Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volkswagen Passat. Вот такой вот экземпляр. Ну что, разбираю его. Итак, после разборки ничего страшного я такого не вижу. Есть небольшие повреждения. И для начала я измеряю высоту лонжеронов. Она на месте. Как вы видите, значит, лонжероны не повреждены. Но и другие измерения, диагонали и прочее. Ну и затем равняю небольшие повреждения эти. Итак, отравнял разные мелочи. Теперь по уровню выяснил, что верхняя часть лонжерона, вот эта полочка, сидит чуть-чуть выше. При помощи кувалды и дощечки я усаживаю ее на место. Ну вот, против лома нет приема. И по уровню сейчас две полки стоят одинаково ровно. Итак, в этом месте я закончил. Теперь приступаю к ремонту передней двери, которая была сломлена при открывании об крыло. После аварии, естественно. Для этого я прикручиваю крыло, чтобы, ну как вам сказать, чтобы контур сделать для двери. Вот, можете видеть, как она, дверь торчит. Усаживаю этот кант по крылу и затем при помощи споттера доравниваю. Ну что, дверь отравнял, и теперь я могу скручивать остальные элементы кузова. Итак, работы с железом закончены, и теперь я все разбираю. Шпаклюю, грунтую, крашу и затем собираю. И после сборки вы можете увидеть результат. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Спасибо за просмотр. Пока!